Увы, но время не властно над ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий, героев и тружеников тыла. Все меньше их остается с нами. Возраст, а им хорошо за 90, не позволяет этим людям вести прежнюю активную жизнь, посещать школы, встречаться с молодежью, проводить уроки патриотического воспитания. Но традиция поздравлять воинов-освободителей жива и будет жить дальше. Ежегодно почетный гражданин города Одесса и Одесской области Сергей Кивалов чествует ветеранов, стараясь объехать всех наших легендарных земляков. Подробнее далее в сюжете. Это что за фотография? Это где? Это мой взвод. А, взвод ваш? Взвод, да. Это взвод. Угу. А это командир взвода? А, да. Угу. Вот, вот он, командир взвода. А вы где? А я вот тут рядом с ними. О, вот. Точно. Они меня любили всегда. Всегда. Хорошая фотография, смотрите. О событиях почти 80-летней давности Николай Ксенофонтович Безымянный рассказывает так, будто происходило это все вчера. 95-летний ветеран Великой Отечественной, участник боевых действий, подробно рассказывает о начале своего боевого пути почетному гражданину города Одессы и Одесской области Сергею Кивалову, который традиционно в этот день поздравляет защитников и освободителей города-героя. Где были? В 41-м? В Одессе? Нет? В 41-м? Да. Когда война началась? Да, война же? Нет. Я Николаевская область, Мураховка там, это школа. В этой школе я закончил. И вот мы только закончились тогда 7 классов, так. Тогда 7-летки. Так, да, помню. Вот, только закончил. Вот это было пятницу, нет, субботу. А в воскресенье, значит, мы решили с ребятами собраться, поиграть там в футбол, волейбол, это, елка, это, вот, и так дальше. Когда директор приезжает, это, я жил в поселок маленький, 50 домов над одним лицом, из сельского совета приезжает велосипедом директор школы и говорит: война. Юный стрелок Николай, так называли товарищи воина, с которыми он был все 907 дней оккупации Одессы. Они тайно боролись с фашистами и помогали одесситам. Несмотря на юный возраст, Николаю Безымянному поручали серьезные задания. Например, находить вражеские склады с боеприпасами и продуктами. Я говорю: у вас места есть, для, чтобы взять меня эту свою? Говорю: пожалуйста, давай. Меня взяли, значит, у 309-й. Полк 109-й дивизии 5-й ударной армии. Угу. Ну, я уже подготовлен был. Ну, мы же готовились, стреляли и так дальше, потому что наши, когда отступали, солдаты оставили оружие. Вот. И у нас были винтовки, мы тренировались. Так что я уже и шел, и мы окружили, уже я вот окружили этот Нерезко-Брезневацкий котел 7 дивизий. Немецких и уничтожили. Николай Ксенофонтович – участник освобождения Николаева в составе 309-го гвардейского полка, а затем и Одессы. Полку было задание, как двигаться на город. Наш полк двигался по железной дороге, вот, сюда на Слободку двигался. 28-я этот, дивизия, это пошла прямо сюда, вот фотографии есть, это, где они возле оперного театра идут, это 28-й корпус. После освобождения Одессы Николай Безымянный участвовал в Яско-Кишиневской операции и освобождении Молдавии. В Венгрии был серьезно ранен. Великую победу встретил в Будапеште. Построили, значит, обед же праздничный. Ребята из досок сделали столы. Вот. Сели мы за стол, тушенки этого американской было достаточно всевозможной, вот, закуска была хорошая, вот, я впервые выпил 100 грамм за победу.
Свои 95 Николай Ксенофонтович – общительный, активный человек. С особой теплотой вспоминает участник освобождения Одессы и всей Европы от фашизма, праздничные встречи, организованные Сергеем Киваловым. Боевые товарищи, к сожалению, покидают этот мир. Собираться с учетом эпидситуации тоже непросто. Но это не значит, что героев нужно лишать ощущения праздника. Приятно, что поздравляют. Сергей Васильевич, он меня приглашал к себе, это там организовывал он для ветеранов обед, приглашал, вот, и так мы познакомились с ним, вот, и несколько раз я у него там бывал, не один раз, вот, несколько раз бывал, и я выступал всегда, он присылал транспорт за мной, вот, и привозил. Туда брал и назад привозил, так что мы с ним хорошо знакомы. В Одессе трудно найти человека, кто не знал бы живую легенду города-героя 97-летнего полковника в отставке Николая Ивановича Москового. Война для нашего выдающегося земляка началась 22 июня 1941 года. 17-летний юноша получил повестку на фронт. Николай Московой собирался учиться в военно-медицинской академии, но вместо этого отправился в стрелковую дивизию пехотного полка защищать родину. Не раз Николай Иванович смотрел смерти в глаза, тяжелые ранения, госпитали и снова на передовую. Николай Московой освобождал Мелитополь, Херсон, Донецк, Луганск, Николаев, Одессу. В 1945-м война для сапера и разведчика Москового не закончилась. Для меня война не закончилась тем, что вот в 45-м году, там 9 мая и так далее, я еще 3 года занимался разминированием и теряли людей. По контузиям 5 раз, ранений 3, справки эти все мне прислали. Война была страшная, отступал я от самого Дона до адыгестанских огней, потом с Восточного Кавказа, через весь Кавказ, почти весь этот 42-43 год, я почти весь прошел по тылам. И мне в тылу и 19 лет исполнилось. Николай Иванович – живой учебник истории военных лет. Все знают о феноменальной памяти полковника и готовы слушать его воспоминания о Великой Отечественной часами. Связано, осмысленно, без искажения фактов. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов – частый гость дома у Николая Москового. Вместе им есть что вспомнить и кого вспомнить. У меня отец воевал, дедушка мой воевал, никто не дожил. Вот до сегодняшнего дня. А к вам я отношусь как к своему отцу. Вот на вас смотрю, вот ваша выдержка. Я вспоминаю тех, которые освобождали и Одессу, освобождали нашу страну. Вы действительно тот человек-герой, тот человек, который заслуживает пристального внимания. И прихожу я к вам как к своему отцу. Прихожу для Спасибо того, чтобы большое. Поклониться и сказать вам слова благодарности за все, что вы сделали. Николай Иванович прошел путь от рядового солдата до командира целого взвода. Служил в саперном батальоне и в отделении инженерной разведки, был участником штурмовых групп. О подвигах героя красноречиво говорят 7 орденов и около 30 медалей. Была группа, которую я вел 8 числа, начали мы наступление на Одессу. И сразу форсировать надо было Телегульский лиман, а на верху Кошары, там немцы засели. Там было 2 низководных деревянных моста. Это так теперь там на Коблево, вот туда-то, вот в этом месте. На этих мостах у нас много людей погибло, потому что разминировать мы их не могли. Поэтому они низководные, вот такие, понимаете, а там вода. Вот. Их разминировали, когда сбили немцев из Кошар. Но бросились в воду, и по воду это было 8 апреля. Но у нас 86-я дивизия пошла в воду. Сергей Кивалов убежден, задача современников, наследников Великой Победы – не допустить нивелирования подвига защитников и освободителей. Каждый день жестокой войны забирал сотни и тысячи жизней наших соотечественников. Память о них должны пронести и передать молодым поколениям. Столько людей погибло, осталось на полях сражения. Люди, которые не дожили, потеряли здоровье свое, все. И еще у кого-то поворачивается язык сказать, был подвиг или не был подвиг. Был подвиг, и мы поколения выросли на славе и на подвиге таких людей, как вы. Особенно первые дни войны,
вот с 22 июня по 1 января 1942 года армия теряла, наша армия теряла каждый день 24 тысячи человек. Благодаря Николаю Московому и его боевым товарищам одесситы и гости нашего города имеют возможность лицезреть театр оперы и балета во всей красе. Николай Иванович – участник спецоперации по разминированию визитной карточки Южной Пальмиры. Вот Николай Иванович является носителем истории. Кадр остался. Победы. Он является тем человеком, который прошел весь этот ад, прошел все тягости войны. Если бы не Николай Иванович, оперного бы театра в таком виде, какой он есть, не было бы, потому что он со своими разведчиками первые зашли и разминировали театр. Разве это не героизм? Разве это не подвиг? В День Победы Николай Иванович также вспоминает праздничные концерты, которые проходили в стенах Одесской юридической академии. Я очень уважаю Сергея Васильевича и ему очень благодарен. То, что делает он, по-моему, очень редкое явление в наше время, в нашем городе. Это единственный человек, который делает во славу Одессы. И вот эту школу, такую прекрасную школу открыли. И сама академия великолепная. Ветераны, участники боевых действий, герои партизанского движения – это они разгромили фашизм, дав отпор оккупантам. В мужестве и отваге фронтовиков, самоотверженной работе тружеников тыла проявилась истинная мощь и сила нашего народа, его победный дух и любовь к отчизне. Наш долг – помнить и чтить героический подвиг советских солдат. Я в лице Николая Ивановича хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы они были здоровы, чтобы они были окружены вниманием, чтобы в их домах, в их семьях всегда царил мир, спокойствие, благополучие. И пусть их всех ветеранов наших дорогих хранит Господь.